ходе обследования территории в районе парка в центре села Захарова на улице Центральной выявлено место излива канализационных стоков на почву недалеко от котельной средней образовательной школы номер 1. Размер участка почвы, на который попадают стоки с характерным фекальным запахом, составил 3 метра на 3 метра. Также, кроме того, было проведено обследование очистных сооружений, на которые поступают сточные воды с жилых домов и организаций села Захарова. Оказалось, что очистные сооружения, которые арендуются предприятием ЖКХ, находятся в неудовлетворительном состоянии. По сути, они разрушены, какое-либо оборудование отсутствует. При проведении лабораторных исследований, сбрасываемых с данных очистных сооружений сточных вод, было установлено, что в реку Жрака поступают канализационные стоки с превышениями нормативов в десятки раз по нефтепродуктам, по фосфату, по азоту аммонийному, по взвешенным веществам, по БПК-5. В связи с этим директору предприятия ЖКХ и главе администрации Захаровского сельского поселения были внесены представления с требованиями устранить допущенные нарушения. Также виновное должностное лицо предприятия ЖКХ было привлечено к административной ответственности за неудовлетворительную работу и за сброс сточных вод с превышением установленных нормативов.